Все искатели знаний приходят ко мне рано или поздно. Я Хермеус Мора, садовод людей, ведающий неведомое, вершитель судеб. И ты в моем царстве, смертное создание. Итак, ты в моих владениях. Ты ищешь запретные знания, которые до сих пор получил всего один. Ты из драконорожденных, как и Мирак, ищешь знания и власть. Всему, что он знает, он научился от меня. Я знаю, чего ты хочешь. Использовать силу дракона рожденного, чтобы подчинить мир своей воле. В таком случае, вот знания, которые тебе нужны. Хотя ты и не представляешь, что именно тебе нужно. Второе слово силы. Используй его, чтобы подчинить волю смертных своим целям. Но этого мало. Мирак знает последнее слово силы. Без него не стоит и надеяться одолеть его. Мирак хорошо служил мне и получил награду. Я могу даровать и тебе ту же силу, что и ему. Но любое знание имеет свою цену. Знание за знание. Скалы скрывают от меня свои тайны много лет. Пришло время добавить их знания в мою библиотеку. Я знаю, что ты это сделаешь, и тогда я дам тебе знания, которые ты ищешь. Отправь ко мне шамана Скаалов. Он хранит тайны, которые должны стать моими. Что произошло? Как это было? Разные люди при чтении этих книг переживали разные вещи. Неудивительно, что Двемеры так интересовались этой книгой. Без сомнения, именно ее использовал Мирак, чтобы увеличить силы, дарованные ему как драконорожденному. Но, думаю, есть и плохие новости. Я не верю, что Хермеус Мора мог передать кому-то знания, не назначив за них цены. Да, какие такие тайны они могут скрывать от старого Моры? Да, вот это будет сделка. Хермеус Мора узнает потрясающий новый способ освежевать Хоркина. А ты станешь вторым, самым могущественным драконорожденным из всех когда-либо живших. Да, тут есть над чем подумать. Мне нужно вернуться в Тель-Митрин. У меня есть кое-какие идеи, как найти еще черные книги.
там? Ногти молока там. Нужно вернуться в Эдитри. Как найти еще черные книги. Про бумаги. Что это за мерзкие слова? Что это? Если ты считаешь, что это поможет. Геоар, успокойся. Я уверена, Бальдор покинул нас по какой-то важной причине. Что-то случилось, Фонарик. Нюхом чую это в воздухе. Бальдор ни за что не ушел бы, никому не сказав. Не волнуйся по пустякам, Деор. Хочешь посидеть, не прожив и сорока. Я не любительница солнечных ванн. Ты мне не веришь, Фонарик. И на сердце у меня камень. Бальдор, скорее всего, в опасности, а ты палец о палец не ударишь. Если ты не хочешь помочь мне, попрошу все создателя послать кого-нибудь другого, кто захочет. Я не в настроении разговаривать. Один из скалов пропал. Это Бальдор, железный крой. А он наш единственный кузнец. Деревня без него не справится. Не припомню, чтобы Бальдор вел себя как-то странно. Хотя действительно, в тот день, когда он пропал, я видел в лесу кое-что необычное. Я видел вдалеке двух эльфов, которые тащили что-то тяжелое. Но у нас тут часто бывают охотники, так что я сразу об этом забыл. На юг и запад. Если вдруг пойдешь в том направлении, поищи, нет ли каких-нибудь следов Бальдора. Скалы были бы благодарны. Значит, драконы вернулись. Но скалы и не такое переживали. Хермеус Мора. Старый Хермеус Мора собственной персоной. Значит, это он источник силы Мирака. Ну, конечно. Во многих наших легендах говорится о том, как Херма Мора пытался выманить наши тайны. И вот он снова пришел за тем, что мы так долго от него скрывали. Значит, это на мою долю выпала участь выдать наши тайны древнему врагу. Не знаю, хватит ли у меня сил противостоять ему. Камень дерева все еще осквернен. Равновесие утрачено. Но остальные пять очищены. Этого может хватить. Должно хватить.
Вандалы всегда говорили, что настанет день, когда мы будем вынуждены выдать свои тайны. Когда Херма Мора наконец победит. Мой долг как шамана — охранять эти тайны, но также и решать, когда настало время выдать их. И я думаю, что время настало. А если я ошибаюсь, пусть предки простят меня. Дай мне книгу. Я прочту ее и сам поговорю со старым Херма Морой. Я позабочусь, чтобы он выполнил свою часть сделки. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы эта жертва не была напрасной. Тебе не следует этого делать. Эта книга — это неправильно. В ней зло. Это против всего, чему ты меня учил всю мою жизнь. Я должен, Фрейя. Это единственный способ навсегда освободить Солстейм от тени Мирака. Бывают времена, когда все меняется. Ничто живое не остается неизменным. Не бойся за меня, дочь моя. Такова судьба, которую предначертал мне Всесоздатель. Я буду рядом с тобой, отец. Как всегда. Я готов ко всему, что мог приготовить для меня злонравный хозяин этой книги. Отдадут мне свои тайны. Драконорожденный, тебе удалось доставить мне дар, который я требовал. Взамен я сдержу свое обещание, как и подобает принцу Облидиона. Я даю тебе слово силы, которое понадобится тебе в схватке с Мираком. Ты можешь стать ему достойным противником или его наследником. Это уж как сложится судьба. Отец! Что ты наделал? Мой отец пожертвовал собой, чтобы дать тебе возможность уничтожить Мирака и развеять тень его хозяина, которая легла на нашу землю. Иди, убей Мирака. Не подведи. Ты можешь идти куда вздумал. Добро пожаловать в клуб «Пьяный неч», господин. Если что-то нужно, мастер Гелдис с радостью поможет. Уехать из Вороньей скалы? Серьезно? И работать на полоумного волшебника Телванни? Договорились. Только вещи соберу.
Хотя, пожалуй, не стоит. Куплю себе новые. Я никогда не упускаю таких возможностей. Прости, что я бегу, просто очень тороплюсь на новую работу. Добро пожаловать в пьяного Нечча. Чем могу помочь? Если ты при деньгах, поговори с Ралисом. Найдешь его на кургане Колбьорн. Говорят, он хочет организовать там раскопки. В последнее время ничего особенного не слышал. Но ты заходи еще. Может, что узнаю. Будь осторожнее. Похоже, возможно, пепельная буря. Зайдем в дом. Или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Тебе что-нибудь нужно? Есть что-то хорошее? Заказ. Нет, это рический приказ. Кажется, так правильно. Уже здесь? Так быстро? Этот самый Дровос? Надеюсь, он справится. Правда, чай из собачьего корня он делает кошмарный. Возможно, следовало бы тебя поблагодарить. Вот, возьми это за труды. Да, и можешь воспользоваться зачарователем посохов, если хочешь. Будь прокляты эти сердечные камни. Вопрос в том, надо ли. Но думаю, если мы собираемся делать все как следует, придется.
если... Будь прокляты эти сердечные камни. Хермеус Мора всегда пытался заманить смертных к себе на службу, соблазняя их запретными знаниями. Откуда на самом деле взялись черные книги, никто не знает. Некоторые из них были написаны в далеком прошлом, другие, судя по всему, из будущего. Ясно, что если ты даэдрический принц судьбы, время для тебя довольно гибкая штука. У меня трудности с экспериментами с сердечными камнями. Тебе доводилось слышать о вересковых сердцах? Это свирепые воины племен изгоев. Они извлекают из груди собственные сердца и заменяют их большими семенами вереска. Таким образом, их жизнь связывается напрямую с силами природы. Я попрошу тебя обследовать одного из них. Постарайся узнать как можно больше. Я наложу на тебя специальное заклятие отслеживания памяти. Так что записей можешь не делать. К тому же я вообще сомневаюсь, что ты разберешься, что важно, а что нет. Помоги мне! Я призвал пепельного стража, а он теперь буянит! Спасибо. Честно говоря, я на это надеялся. Скорее, пока отвлеку мастера Нелота. Сюда редко кто заходит. Тебе что-то нужно? Что, с пепельным стражем пока так и не покончено? Мастер Нелот убьет меня. Или еще хуже, если узнает. Какое облегчение. Мастер Нелот наверняка наказал бы меня, если бы узнал. У меня нет золота, чтобы расплатиться, но я могу отдать тебе этот посох. Да, только не говори мастеру Нелоту, а то мне придется отдать ему то, что ты заплатишь.
я тебя помню. Это тебе удалось освободить скалов от темного заклятия. Спасибо всесоздателю, что ты здесь. Эти проклятые эльфы утащили меня из дома. Нет, нет, раны у меня несерьезные. И, по-моему, эльфы не хотели причинять мне вред. Они просто надеялись меня запугать. Максимум пара синяков, а так все в порядке. Я не знаю, кто такие талмарцы, но если ты про эльфов, они хотели выведать, как ковать Сталгрим. У их предводителя, эльфа по имени Анкарион, есть карта. Он говорит, на ней указано, где искать Сталгрим. У них есть корабль. Они затащили меня туда и показали мне карту. Ты найдешь их на северном побережье острова. Пожалуйста, не позволяй Анкариону изготовить это оружие. Убей его или отпусти, но... Главное, забери у него карту. Она принадлежит Скаалам. Я вернусь в деревню. Когда карта будет у тебя, пожалуйста, принеси ее мне. И спасибо. Да благословит тебя Всесоздатель.
был хорошим человеком. Опорой для всех скалов. Если ты знаешь, как остановить это, чем бы оно ни было, иди и останови. Я не люб... Ужасные времена. Ужасные времена. Ужасные времена. Обратись к капитану Гьялунду. А ты еще откуда? Тебе что-нибудь нужно? Ух ты, впечатляет. Я рада, что ты со мной. Кто там? Вот так-то.
Северная Дева в... Северная Дева в отличном состоянии и готова отправляться. Кто там? Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? Я раскрыл одну из тайн Хермеуса Морли. Да, Хермеус Морли хитер, но и я тоже. В общем, это только слухи о сплетнях. Но я думаю, это то самое место. А теперь поторопись. В этой книге, насколько мы знаем, могут содержаться последние тайны Заркса. Ах, вот как. Минуточку, я извлеку твои воспоминания и посмотрю, удалось ли тебе найти что-нибудь полезное. Обещаю, что все, не связанные с исследованием воспоминания, которые я извлеку попутно, останутся строго между нами. Ну вот. Ты заслуживаешь награды. Это было долгое путешествие, надо полагать. Слишком много совпадений. Определенно за всеми моими последними неприятностями кто-то стоит. Сначала нападение порождений пепла. Теперь мой дом вянет. Такое чувство, что кто-то мне гадит специально. Слишком много совпадений. Да, у меня есть враги. В Моровинде таких просто легионы. Впрочем, в данном случае у меня есть причины полагать, что это кто-то с Солстейма. Пока нет. Это можно сделать и позже. Сначала надо выяснить, кто за этим стоит. Я зачаровал это кольцо, чтобы найти причину нападения. Вот, возьми его. Попробуй. И прогуляться вокруг с надетым кольцом. Драконы. Мастер Нелан говорит, что волшебнику Делуани они не страшны.
Красной горы хранит секреты, и я их обязательно разгадаю. Я уже давно знал, что сердечные камни способны оживлять пепел. Но это должно быть совсем близко. Где именно был этот сердечный камень? Илдари? Тогда я сам виноват. Она была моей ученицей до Талмоса. Вызвалась участвовать в одном из моих экспериментов с сердечными камнями. Очень досадно было, что она умерла. Что? Это невозможно. Стой. Может быть, на самом деле она не умерла. Сердечный камень мог держать ее на грани между жизнью и смертью. Возможно ли это? Может ли быть, что Илдари еще жива и рвется отомстить мне? Погоди минутку. Я проведу более точное гадание. А, тебе что-то нужно? Я взываю к силам солнца, лун и звезд. Илдари, Сротрил, явись! Она жива! Ищи ее в вершинной башне. Итак, Илдари все-таки жива. Она думала, что сможет спрятаться.